Официальная пропаганда Армении уже давно носит антигосударственный характер. Она противоречит интересам Армяно-Российского Союза и служит интересам Турции и НАТО. Об этом заявил член Генассамблеи РПА Эдуард Шармазанов. Куда совали нос НАТО и Запад, те страны либо уничтожались, либо расчленялись. В свое время Навальному дали эфир. А теперь пиарит поражение России и Путина в борьбе с НАТО. Вы понимаете, что вы делаете? Вы понимаете, что в случае провала России вы встретите турок? И никакой Запад не придет вас спасать. Судьба Армении и Карабаха также решается в ходе конфликта России и НАТО на Украине. Повторяю, провал и поражение РФ будет прямым путем к вилаетизации Армении. Это будет вторая капитуляция. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.